День добрый, друзья! Очередная посылочка нас порадовала, маленькая. Вот, значит, пришел здесь держатель для мобильного телефона на руль автомобиля. Ну, можно, в принципе, не на руль, можно куда-нибудь другое место привязать при желании, но сам факт. Значит, шла посылочка 25 дней, брал за рубль 36. И из Китая соценил тоже в рубль 36. Ну, в смысле, в доллар 36. Откроем, посмотрим. У меня уже такая была, но на морозе захотел снять с руля и отломалась защелка. Вот, вот так выглядит коробочка. Красивая, целая, ровная. Посмотрим, что за штука. После поломки я решил все-таки заказать себе вторую. Очень полезная штука и удобная. Прикрутил на руль. Не надо никуда отвлекаться, смотреть. Только, грубо говоря, на дорогу. Вот, вот так она работает. Сюда вставляется мобильник. Кстати, везде искал под свой мобильник. У меня 78 мм ширина. И только в этом магазине мне удалось найти до 85 мм раздвигается. А все остальные до 76, по-моему, если память не изменяет. Вот очень хорошее качество. Резинка похожа на силиконовую. Не рвется, хорошо растягивается. Вот, застегивается вот таким вот макаром. Ну так неудобно на руле, но само как бы защелкивается. Вот. Вот так все это выглядит. Ну, штука очень удобная. У меня много было кронштейнов и на присоске, и так, и сяк, но самое больше мне понравился вот именно такой кронштейн, или держатель, как его правильно назвать. Вот. Пойду сейчас еще сниму видео, как это в машине все выглядит. Значит, вот так это крепится у нас. Вот так это выглядит. Ну, то есть ездишь, балдеешь. Никаких фокусов и цирков нету. Очень всем советую. Очень полезная, удобная штука. Ссылочка, как всегда, будет внизу, в описании. А сейчас всем пока. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Пока-пока.